Всем доброго утра. Дорогие друзья, я буду показывать вам ритуал для богатства. Называется «Купец-молодец». Я создала этот ритуал на основе древнерусских песнопений, восхваляющих деньги, богатство и красивую жизнь. Вам нужно будет взять украшения дома, серебро, золото, камни. Опять же, вот такие камни. Ну, здесь особо небольшие купюры, в принципе, 10 долларов, 2, 1 доллар, 100 и 5 тысяч рублей. Ну, это разного типа. Возьмите именно деньги богатых стран, более-менее, да, не африканских стран, естественно, потому что это тоже энергия денег. Ну, поскольку у меня более такие дорогие вещи, они хранятся в банке, поэтому я дома их не держу. И вот, ну, золотая вещь и серебряная, в принципе, достаточно. Но если у вас есть желание дома там свои украшения положить, больше украшений, то, конечно, можете это сделать. Это уже по желанию вашему, поскольку вы как бы можете здесь подключить свое творчество. Вы знаете, недавно услышала такую вещь, что знакомая говорит, что искала фортуну, позвонила, сказали, что всех фортун разобрали. То есть с выходом моих роликов разобрали фортуны, наверное. Я поэтому поняла, почему, например, у меня в жизни какие-то вот необычные события начали происходить, такие хорошие вещи, очень неожиданные сюрпризы. Я поняла, почему. Видимо, фортуна в знак благодарности, да, решила вот так меня наградить тем, что я отдаю энергию ей, поскольку чем больше ее покупают и обращаются, конечно, ее восхваляют. В Древнем Риме к фортуне очень серьезно относились, как к очень сильной богине, и абсолютно не было ощущения как бы ее легкомыслия, как сейчас, да, принято считать, что фортуна, фарту может повернуться, может отвернуться, такая капризная женщина. На самом деле там фортуну воспринимали очень серьезную, как серьезную силу. И вот сейчас, видимо, возрождается этот момент, когда к фортуне относятся как к серьезной силе. И это действительно так. Вы когда-нибудь замечали, почему в супермаркетах просроченных товаров полно, почему в супермаркетах не идет такой оживленный торг и оживленный такой, как вам сказать, хождение, чем на рынке? Потому что на рынке взаимообмен энергиями. Ты берешь, ты отдаешь, ты покупаешь, ты продаешь. Понимаете? И естественно, вот это, как бы сказать, поток энергии, вот это постоянное какое-то кружение энергии, да, вот это постоянный круговорот энергии, он дает свои плоды. Вот сейчас мы устроим такой маленький рынок. Вот. Всякие вещички, денежки, камни и желательно из натурального меха шуба. Вот это как лиса и как бы норка, поэтому это подходит. Итак, я буду читать, но когда вы будете делать, вам лучше вот так перемешивать. Перемешивать, читать. Я здесь держу камеру, поэтому мне неудобно. Вот, вы перемешиваете, сюда кладете, туда кладете и говорите при этом. Я купец, молодец, торг веду, покупаю, продаю. Деньга русская да заморская, копейка, рубль до 100 рублей, до 1000, до много тысячев. Покупаю, продаю камни, золото да утварь, серебро и шелк. От меня всем будет толк. Сила денег, пробудись, богатство в раз ко мне явись. Слетайся алмазом да деньгами разом. Берете вот так, пьете вот так, говорите. Малый большего побил, малый большего побил. Малый большего побил, малый большего побил. Я купец молодец, всем купцам султан и хан. Мой товар от всех земель, мех и шелк, камни и золото, серебро. Заживу я, ем досыта. За болями укроюсь, сундуки мои от монет ломиться будут. Навеки про нужду забуду. Я купец молодец, все
добро, злато, серебро, да деньги в мой ларец. Заклято. Опять берем, пьем и говорим: малый большего побил, малый большего побил, малый большего побил. Я сейчас еще раз повторю и объясню технологию вот этого всего, почему так делается. Малый большего побил. То есть вот я тебя бью, а ты, поскольку я малый, я тебя бью, значит, меня должно стать больше, чтобы я смогла тебя победить. Понимаете как? Вы умножаете деньги, когда бьете. Вот вообще я вам скажу, когда это тоже взято из древних вот этих традиций, из древних заговоров. Вообще тысяча и так далее, так и произносите, потому что духи помнят, запоминают именно вот те слова заговоренные, которые были изначально тысячелетий назад, они вспоминают это, и это для них как детство, как их ностальгия, что ли, если так сказать. Вот всегда, когда вы идете за какой-то сделкой, возьмите большую купюру, 5 тысяч, например, и 10 рублей. Пейте и говорите: малый большего побил. И вы увидите, что эти 10 рублей станут именно 5 тысяч и больше. То есть умножатся деньги. Попробуйте, сами поймете, почему так происходит и как быстро. Дальше начнем. Продолжим еще раз. Я прочитаю, чтобы вы могли записать. Я просто вначале хочу вам объяснить, чтобы вы поняли, как правильно это сделать. Итак. Я купец, молодец. Торг веду, покупаю, продаю. Деньга русская да заморская. Копейка, рубль, 100 рублей, да 1000, да много тысячев. Покупаю, продаю камни, злато да утварь, серебро и шелк. От меня всем будет толк. Малый большего побил, малый большего побил, малый большего побил. Сила денег, пробудись, богатство в раз ко мне явись. Сыпайся алмазом, да деньгами разом. Я купец молодец, всем купцам султан и хан. Мой товар от всех земель, мех и шелк, камни и золото, серебро. Заживу я, ем досыта. Соболями укроюсь, сундуки от монет ломиться будут. Навеки про нужду забуду. Я купец молодец, свое добро, злато, серебро, да деньги мой ларец. Заклято. Малый большего побил, малый большего побил, малый большего побил. Попробуйте и сделайте. Это все потом просто можно собрать, потратить. Это не имеет никакого значения, куда вы это все положите. Или дома можете сохранить, или обратно положить, откуда взяли. Это ваше имущество, и оно должно приумножаться. Мой вам совет еще один. Возьмите сундучок, где внутри зеркало. Можно с 4 сторон зеркало, а можно наверху. Есть такие сейчас, продают там всякие шкатулочки. И там храните деньги. Зеркало будет отражать деньги. Их должно быть визуально больше. И оно будет больше. Постепенно это станет больше. Просто из моего опыта. Так нужно визуально в таких сундучках. Хоть 100 рублей, хоть 1000. Со временем их там станет больше. Потом снова станет больше и так далее. Вот таким образом нужно приумножать богатство. Нужно все время создать энергообмен денег, чтобы оно как бы крутилось. Постоянно. Почему говорят, что деньги любят кружение, да, работать. Они мертвые деньги, они деньги не приносят. Всем удачи и всех благ. Будут вопросы, задавайте под видео. До свидания.